Необычное природное явление – кипящее море. На выходных стало топ-темой для обсуждения у одесситов в соцсетях. По словам экологов, это естественный природный процесс, который в связи с потеплением стал редкостью. Вообще явление достаточно редкое, потому что давайте признаем, что природные условия, вот нынешние погодные условия, они аномальные. То есть такая длительная, высокая температура, которая продержалась, что фактически в декабре можно было загорать в безветренную погоду. Это уже обстоятельства, которые данность. В Одессе, скажем так, такие ультраполярные вторжения, которые мы наблюдаем сейчас, они, вообще говоря, в последнее время стали все реже и реже и реже. Поэтому, может быть, одесситы и забыли об этом. Но раньше за зиму было одно минимум, а то и два таких ультраполярных вторжений. Ночью 17 января температура воздуха в Одессе была минус 13 градусов, но чувствовалась как минус 22. Температура воды составляла плюс 3, плюс 5 градусов. Именно поэтому мы увидели, как дышит море. А здесь процесс очень простой. Очень теплая морская вода, она вот сейчас даже плюс 5, было плюс 6 градусов. И минус 15, минус 12, минус 15 воздух. Да? И естественно, что и даже когда мы с вами выйдем на воздух и выдохнем, да, то мы увидим пар. Вот так море то же самое дышит. Оно вторжение, которое мы видим, да? Вот оно, на субботу. Видите, заток очень и очень холодного воздуха на Украину, и вся Европа покрыта. Ну, холодная, да? То есть вот это вторжение, ультраполярное холодное вторжение на нас.